Я отказываюсь что-либо комментировать дальше по коронавирусу, потому что понимаю, что перед майскими праздниками будут очень сильно завышать статистику по той причине, чтобы люди не шастали по шашлыкам в праздники и не шастали по пикникам, чтобы сидели дома. Я не спорю, что это, в общем-то, все правильно, но комментировать я пока отказываюсь, потому что считаю, что дальнейшие данные вот до 10 или 12 мая будут неверными.